такой приказ. Значит, шлюзы, значит, взорвать и затопить водами Шпрее, вот этой реки главной берлинской, метро берлинское, затопить. И вот страшная картина была, конечно. Ну, успела, конечно, часть людей выйти оттуда. Там интересно было, и наши выходили вместе с немецкими солдатами, да еще помогали раненых немцев на носилках перетаскивать к выходу. Женщинам помогали с детьми выходить из берлинского метро. То есть там даже так получилось, друг друга перестали стрелять, и все друг другу как-то помогали. Интересная картина была, в общем-то. Ну, в общем, спасли, конечно, часть людей, а вот какая-то часть просто осталась, как говорят, под водой. Вот Берлин окруженный, вот его рассекли на части, вот на изолированные, так сказать, участки. И, в общем, потом наши встретились с американцами еще. Вот 25 апреля мы все-таки с американцами встретились, идя на запад. И вот около города Торгау американцы на реке Эльба, значит, они на том берегу, мы на этом, и вот они начали к нам переправляться. Была, конечно, теплая встреча с нашими союзниками.